Турах, творог, топленое молоко, бифилент. Кооператив «Молочная империя» выпускает 18 наименований молочной продукции. Вкус каждого смогли оценить посетители фестиваля молока. Их продукция понравилась. Это «Империя молока» из Ибреси. Я удостоверился, что действительно это здоровая продукция. Я попробовала. Продукт свежий, очень приятный вкус, замечательный. И вообще, в принципе, в Чебоксарах очень мало этой продукции продается. Поэтому я купила все для своей семьи. Но теперь жителям городов Чебоксары и Новочебоксарск не придется искать продукцию «Молочной империи» и тем более покупать ее впрок. Кооператив намерен войти на рынки столицы и города Спутника. До этого продукция в основном поставлялась в районы республики. Нашу продукцию можете купить в сетях Райпо, Чуваши. В Чебоксарах можете приобрести в сетях Магнита и на рынках северо-западный, северная ярмарка. Западный, южный и центральный рынок. На рынке переработчиков молока кооператив «Молочная империя» работает с 2008 года. Он был организован на базе Ибресинского молочного завода. Прежде на предприятии заменили оборудование. Только тогда приступили к выпуску вкусного и качественного продукта. Немаловажные качества сырья. Молоко собирают от агропромышленных предприятий и личных подсобных хозяйств Ибресинского и Канашского районов. На заводе ежедневно перерабатывают около 10 тонн молока. В перспективе увеличения объемов и расширения ассортимента продукции. Гордятся Ибресинские. Собственной разработкой – бифилендом. Бифидобактерии, конечно, были выведены учеными, а технологи «Молочной империи» поэкспериментировали со вкусами. Клубника – банан и чернослив – злаки. Сегодня бифиленд выпускается двух видов. Данные бифидобактерии, входящие в состав бифиленда, состоят из симбиоза 5 бифидобактерий, которые присущи организму человека. Они обладают иммуновосстанавливающим и стимулирующим действием на кишечник человека. То есть, таким образом, очень хорошо в период реабилитации, послеоперационные периоды, для детей дошкольного возраста они рекомендованы. В производстве другого продукта под названием «Тутла-Дурох» наоборот, никаких нововведений быть не может. Здесь важно соблюдение традиций. Ибресинцы его готовят по старинным бабушкиным рецептам. Турх получается жирный, вкусный, приятный на вкус. Впрочем, как и вся продукция «Молочной империи».